Итак, прострогал я стол. Была самая минимальная подача, которая может быть на станке. Это 0,2 мм. Вот я взял линеечку первого класса на 630 мм. Вот, установим ее. Есть у меня вот щуп. Самый тонкий, конечно, 0,02, но он сильно погнутый. Вот 0,03. Щуп. И не лезет. Не лезет. Как видите, щуп 0,03 никуда не лезет. Общая плоскостность непонятная. Это надо прикладывать бы на плиту. Но того, что я вижу, я думаю, что мне будет достаточно с головой. Вот. В общем, вот так. Итак, хотел бы вам показать, как работает скоростя на станке. Запускаем двигатель. Сейчас стоит первая скорость. Включаем фрикцион. Вот это первая скорость. Вторая. Третья. Четвертая. Пятое. Шестая. Вы не смотрите, что он так прыгает. Станок еще не закреплен. Он просто стоит на деревяшках. Пока я еще не решил, как его буду крепить. Или анкерами к полу, или на виброопорах он будет у меня стоять. По истории станка, как вы видите, на станок была приклепана вот такая вот табличка. Вот видите, сверху написано СССР. Крылышки нарисованы. Написано ГВФ. Дармс, как насколько я спрашивал, это означает, что это гражданский воздушный флот, ремонтная мастерская. И дальше снизу написано тип станка, ничего не запомнено. И снизу выбита дата, 1955 год. Вот, на этой табличке. Эта табличка уже, наверное, попала на этот станок после того, как он попал в СССР с Германии. Все, что от станка оставалось невостребованным, я складывал
отдельное ведро на всякий случай. Это пробки, пружина, которая отжимала фрикцион. Ну, штурвал вы видели, розетка, супер-пупер изобретение. Я так понимаю, это уже наших умельцев. Вот такая вот крючок вот такой, который держал ручку фрикциона включения. Не знаю, зачем с другой стороны эта штука еще была, непонятно. Но она была и с другой стороны. Лопнувшие подшипники, крепеж сорванный, гнутые шайбы, гайки, короче, ну, в общем, куски отломанные, втулки, все, что пришлось изготовить по-новому или заменить, все находится в этом ведерке. В общем, переберется и уйдет на металлолом. Станок был куплен 16.10.2017 года. Сегодня 25.12.2017, то есть фактически прошло 2 месяца и неделька, да. Вот. Занимался станком я по выходным и по вечерам, когда у меня было время свободное от заказов. Вот. Ну, то есть, если грубо прикинуть, то на чистку, отмывку станка ушло минимум дня 4, полных 4 дня работы. То есть на покраску дня 2 точно. Ну и плюс собрать, настроить, выточить, расточить что-то. В общем, вот так где-то приблизительно 2 полных недели получилось по времени. Если посчитать по времени полной занятости. Вот, станком я доволен. В принципе, недоволен только тем, что обошелся мне он дороговато, скажем так. Но деньги это не главное. Главное работающий станок, так как с каждым годом, месяцем их встает все меньше. Продают все больше и больше шрот. Короче, все, что готово уже на переплавку металлолому идти, все продают по завышенным ценам. С каждым днем найти нормальный станок все труднее и труднее. Ну, я рискнул. В принципе, не прогадал, я считаю. Помог мне Володя из города Ржищев. Володя, привет. В общем, вот такой вот получился станок. Есть, конечно, еще куда надо приложить руки, но это будет отдельными видео. Будут видео как бы про модернизацию, так как здесь нет ни пыльников на направляющих, ни на хобот. Ни на что. Как вы видите, станок простой, элементарный, смазывается просто из масленки вручную. То есть в нем днища в станине нету, маслонасосов никаких нет, масло не заливается. То есть если мы заглянем там, где стоит большая шестерня, мы увидим просто тупо пол. Вот. Вот такой вот, в принципе, станок. Прощаюсь с вами ненадолго. Сейчас после моих слов начнется фотографии до и после, как было и как стало. В общем, не забывайте оценивать видео. Всем удачи, пока.